Движение через площадь Сахарова откроют 17 января. Сегодня строители начали разбирать снежный городок и главную елку города. Как сообщили в городской администрации, в первую очередь снимут 5-километровую гирлянду, которая украшает всю площадь. За 3 дня монтажники вывезут более 500 кубометров льда, которые использовали для строительства фигуры и горок. Конструкцию ели и новогодние украшения отправят на хранение до следующего Нового года. А вот снежный городок на улице Малотобольской будет работать и до самой весны, пообещали в мэрии.